Добрый день, уважаемые подписчики! Хочу вам показать водное растение. Называется пистия. Очень быстро растет. Цветет мелкими белыми цветочками на основании. Вот прям вот отсюда вот. Вот отсюда вот. Идут беленькие мелкие цветочки. Очень-очень душистые. Цветет все лето. Очень быстро размножается. Показываю, как зимой можно их сохранить. Как видите, листочки нижние начинают пропадать. Это все убирается. Этим я буду заниматься где-то в феврале, в конце февраля. Сейчас у нас конец января. Пистия себя чувствует великолепно. Так, смотрите. Летом я все поделю. Можно также занести его домой, если у вас нет теплиц. Потому что у меня сейчас это теплица. Все стоит в теплице. Можно занести домой. Прямо в баночке с-под майонеза. Самое основное – кормить. Я же кормлю прям коровиком. Если у вас нет такой возможности, можно взять идеал. Органического удобрения не подкармливать, чтобы водичка была мутная. Вот смотрите, видите, водичка мутная. Всем нужно, скажем так, еду. Многие на рынке не говорят о том, что данный вид растений тоже необходимо кормить. Вот такая вот прелесть. Даже зимой они очень красивые. Если есть у вас вопросы, задавайте, с удовольствием отвечу. Подписывайтесь на мой канал. Видео будет очень много, будет много интересного. Спасибо.